Добрый день, уважаемые любители футзала. Мы начинаем прямую трансляцию из Новокузнецка. Ледовая арена кузнецких металлургов. Меня зовут Артем Роговский. Сейчас в титрах меня, к сожалению, не представили. Но главное не я, а то, что будет на паркете сейчас. Пенальти Синары. И также все три серии проиграла команда «Кристалл» из Санкт-Петербурга. Ну что, поехали. В воротах «Сибиряка» сегодня Илья Беспалый, в отличие от вчерашнего матча. Первая четверка новосибирцев. Джанок Варацхелия 7-й. Евгений Фомин 33-й. И Дмитрий Катаны 9-й. Усаинов. На Семикина. Вступает в игру Беспалый. Мы с вами видим. Да, вот повтор удара. Панов удар! Беспалый вступает в игру. Кстати, интересное наблюдение. Беспалый разминался почему-то в перчатках, а на игру вышел без перчаток. Так, тут уже и Кварацхелия. Сейчас контратака Сибтранзита. Хусаинов на Лейфельда. Илья Беспалый! Добивание Семикина мимо! Отличный сейв Ильи Беспаловой. Классная контратака Сибтранзита. В чемпионате Пари Суперлиги. А это Фирсов. И момент у Фирсова в игре Петр Панасенко. Смотрим мы повтор этого эпизода. Беспалый. Заброс на Фомина. Фомин на Будина. Будин! И с сопротивлением бил Будин. Удар Хусаинова, но накрывают игроки «Сибиряка». Моментище! Беспалый! Моментище был сейчас у Семикина. И здорово потащил, да, в грудную клетку. Ждем их появления на паркете. И удар сейчас Севцова. Панасенко в игре. Здорово сыграл Севцов. На выходе играть Панасенко. Где мяч? Думал Ситников. Момент у Ситникова. На Фирсова. Фирсов. И упустили. Так, нет. Удар! Александр Ситников. Ну, здесь такая затяжная была атака новосибирцев. Ну и когда уже Панасенко был отыгран, партнеры нашли передачи Ситникова. Это сделал Севцов. Да, хорошая передача. И гол Ситникова. Сейчас в основном игра Сибтранзита и сводится к подключениям Альберта Агаджанова. Удар по воротам Беспалова. Будин на Фомина. Фомин удар, Агаджанов тащит. Точнее, у Фомина, конечно же. Будин там был рядом. Технология FIFA Quality Pro. Удар этим мячом. Костяной не попадает. Варацхелия. Фирсов момент. Удар, Агаджанов. Тащит и падает. Призываю всех подписываться на сообщество Пари Суперлиги. С пенальти у Сибтранзита все очень и очень хорошо. Отбивает Беспалый мяч после удара Семикина. Смотрим и повтор здесь со штыка. Понимаешь, что такая манера игры. Будин перехватывает мяч. Бьет по пустым воротам. Гол! Дмитрий Будин поражает пустые ворота Сибтранзита, и многое в этом матче становится ясно. Железный капитан Дмитрий Будин забивает второй мяч, показывая, что он умеет не только качественно защищаться, терпеть, играть 5 на 4, но и наказывать за такие вот ошибки. Я сознательно не хвалил Илью Беспалова в сегодняшней трансляции, но это победа, победа имени Ильи Беспалова. Голкипер «Сибиряка» сыграл на ноль, выдал очень классный матч. Показал, что его можно и нужно чаще выпускать на паркет. Моя оценка, мое мнение, что это победа имени Ильи Беспалова.